этом в турнире. Спасибо. Поздравляем с первой победой. Скажите, какие впечатления о матче и в целом о игре вашей? Очень приятно опять быть в строю, как говорится. У нас команда «Одни ветераны» собрались. Уже многие там по 3, по 4 года, по 5 не играли. Вот это с таким перерывом вышли. Можно сказать, что первый раз полностью ребята увидели друг друга. И, конечно, нам было особенно в начале тяжело, потому что особенно первая пятерка играла вообще, можно сказать, многие ребята друг с другом собрались впервые за там 3-4 года. Вот. Но в конце нашли свою игру, в принципе, организация довольна турнира. Ну, будем надеяться, что на таком хорошем уровне дальше все пройдет. Было тяжело, но слава богу, что выиграли, как говорится. Многих ребят у нас не было, так что ждем их на следующую неделю. Наши, как говорится, и спонсоры будут, я надеюсь. Я думаю, что им приятно будет первая победа. Скажите, расшифровать название команды – это две компании, либо как она расшифровывается? Это две компании. Климатис – это компания, которая занимается термобельем, поставками со Словакии сюда, на Украину. Климатис вообще переводится как «цветок» со словацкого, это хризантема. Вот, ну, решили вот так, названия не было, решили назвать вот таким вот названием. Спасибо, удачи в дальнейшем.